Владивосток, 1 декабря 2021 года. 30 ноября целый день шел снег, была метель. На площади был начат монтаж новогодней елки, но из-за вчерашнего снега его приостановили. Вот так вот сейчас выглядит город, центр города. Люди по тропинкам продвигаются с работы домой. Здесь фонтан. Ветер такой сильный, по крайней мере, ну здесь открытая площадка большая, здесь ветер всегда. Все замело снегом. Через дорогу на здании с крыши скидывают снег. По всему городу сугробы большие. Люди стоят в ожидании автобуса. Сугробы огромные. Работает техника, два маленьких трактора.
И тут сугроб большой. Ой. Машины едут медленно, дистанцию держат. Почта здесь. Лыжню. Спасибо. Здесь был раньше книжный магазин. Ну что-то давно тут закрыто все. Внизу Адмиральский сквер. В городе загораются огни. Вечер. Бывший кинотеатр «Комсомолец». Там театр Горького. Театральный сквер. Где-то тротуар почищен, а где-то нет. Центр города, можно сказать, почищен. Улица Светланская, главная улица Владивостока, почищена, считай.
там через дорогу Пушкинский сквер. Здесь тротуары не чищены, но тропинки протоптаны людьми за весь день. Ух ты, как красиво! Вон подсветка на этой барже. Дальзавод, на которой написано. Красиво. Вот здесь, на этих деревьях, скоро прилетят к нам белоплечие, белохвостые орланы, и они будут сидеть вот на этих деревьях. Ну и там под мостом будут тоже орланы. Там внизу набережная Цесаревича. А это сквер Невельского. Автомобилисты оставили свои машины еще вчера, их некоторые замело. Здесь вся дорога в снегу. Здесь музей Тихоокеанского флота. Вот здание впереди. Там внизу экспонаты стоят в виде всяких разных пушек. Внизу находится Матросский сквер. В этом году там его восстановили чуть-чуть. В следующем году, наверное, уже продолжат. Хорошо. Матросский сквер внизу находится.
Там впереди цирк. Здесь какой-то штаб военный, кажется, по снабжению чего-то там Тихоокеанского флота, что ли, вот это здание. Там табличка красная есть. Ну вот он, цирк наш. Пробки собираются.
там через дорогу раньше было кафе мороженое «Дюймовочка». Сейчас там ресторан «Токио», да? Кажется. А вот стены детского сада. По крайней мере, раньше здесь был детский сад. Там школа наверху, через дорогу. Здоровые сугробы, да? Не, ну, наверное, где-то больше есть. У нас не всегда такой снег. Там внизу дальзавод. Лыжню. Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь вообще никто ничего не чистил. Тротуар не чищенный, поэтому придется по дороге идти. Может, на ту сторону перейти, пока машин нет. Поменьше. Здесь уже утоптано все. Здесь построили какой-то новый торговый центр, наверное, но пока еще не запустили его. Вот. Здесь когда-то был магазин «Мелодия». Всякие музыкальные инструменты здесь продавали.